Владивосток встретил День весны и труда сразу на нескольких площадках города. Губернатор края поздравил жителей с 1 мая и осмотрел праздничную экспозицию в историческом парке «Россия. Моя история», где с самого утра работали различные игровые и креативные площадки. Это один из самых значимых и любимых праздников в нашей стране. Он объединяет людей разных поколений и разных профессий. Такая сплоченность и преданность труду – основа развития нашего родного края, нашей любимой России. Мы строим новые корабли, добиваемся рекордов в сельском хозяйстве и строительстве. Все это сделано профессионализмом наших родных приморцев, их преданности и любви к труду. Олег Кожемяка отметил, что именно молодежи предстоит строить и развивать Приморский край. И сегодня опорные колледжи готовят специалистов практически по всем специальностям. И кораблестроение, и транспорт, логистика, строительство, сельское хозяйство – это будущее нашего Приморья, будущее нашей страны. 85% выпускников колледжев сегодня идут на предприятия. Конкурс среди поступающих в колледжи 1,9 человека на место. Мы добились этого, что люди стали верить в трудовой профессии. В Адмиральском сквере глава Владивостока вручил заслуженные награды отличившимся работникам. Медали за безупречный труд, почетных грамот и благодарности удостоены представители здравоохранения, ЖКХ, культуры и других сфер. Исторический мультимедийный парк «Россия. Моя история» и Адмиральский сквер Владивостока собрали сотни жителей на празднование Дня весны и труда. На каждой из площадок прошли концерты с выступлением вокалистов и творческих коллективов, тематические зоны с мастер-классами, фотовыставки и многое-многое другое. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.